Всем привет, с вами Филипп, мы играем в Far Cry 3 Blood Dragon. Точнее, продолжаем уже третью серию. У меня какая-то фигня произошла. У меня поменялся язык. Почему-то у меня он английский. Я так и не понял. Стоит на русском, все равно английский. Ну ладно, плевать. Мы будем продолжать играть игру. Так. У нас тут миссия, вот. Пойдем мы сюда. А еще более точнее, поедем. Я тут хотел поездить. Можно же было в Far Cry 3 ездить. Сейчас мы поедем и тут. Робот ездит на машине. Очень круто. Но самое смешное еще, он... Ну, не самое смешное, просто поменял вот этот настройки чему-то. Блин, едь назад. Потом он... Зато он голос мне оставил русский. Вот это вот хорошо. Так, объезжаем тут. Сейчас мы доедем. Пройдем миссию. Воу-воу. Так, тут драконов нету. Это хорошо. Да, пляши. Вау. Привет. Они меня видели. Блять, они уже меня стреляют. Ничего, ничего, ничего. Блять. Так. Сбежим просто, сбежим от них. Так, мы же тут еще прикупили себе под... Патроны мы не покупали, вот глушитель мы купили для нашего пистолета, да? Либо мы его удлинили. Ну все, так, хорошо. Так, нам еще далеко. Ну что, пробежимся, мы можем. Когда будем бежать, мы может рассмотрим тут все окрестности. Так, тут уже рядом. Вот так вот. Где кто еще? Блин, там еще кто-то по машине едет. Ну, блять, их же много. Так, чуваки. Че за звук-то? Так, ты... Теперь я знаю, что я сделаю. Я просто залезу и начну их перестреливать. Так, вон. Колеса. Во. Все, чуваки. Осталось мне их собрать. Да. Да собирай, собирай, блядь. Там невозможно собрать. Все. Охо. Что, наших все-таки еще перебили? Ничего. И то нам английский этот не помешает. Мы можем и без него пройти. Ну, что такого? Некоторым и без английских языков можно понял, так. Вот это вот что-то я не взял тут. Так, все, вот теперь идем. Угу. Так, и что тут нам надо? Что-то внизу. Так, я так и не понял, что. Теперь понял, но сдохнем ли мы? Ага, все понял, я понял. Тут есть канатик.
по которым как мы этот раз спускались. Блин, залезай. Так. Вот тут вот, давай, хватайся. 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 Во, вот так вот. Вот, вот тут мы свалились. Погнали. Нам вот сюда. Вот сюда. Ты включаешь, нет, да? Значит, открываем. Спасущий как. Робопсы? Ну это уж совсем фигня. Так, твое-то я. Так, осталось вас убить. И робопсов. Только где эти робопсы? Так, один услышал. Так вот. Ага, звезда новая. Так, так. Так, вот так перебираемся. Все тут уничтожаем, собираем. Так, вот тут надо положить бомбочку. Давай, вот. Так. Тихо-тихо-тихо, там кто-то был. Мы просто же нас заметили. Заткнись, заткнись, заткнись. Так, все-таки нас собака согрела, так что на нас сейчас все смотрят. Ну, думают, что мы вон там. Придется нам все-таки вылезать. Говно что ли, а? Нихуя. Да заткнись, ты уже этот звук бесит. Так. Подкрепление будет присылание. Ты что, дебил что ли, кидаешь тут? Взорвись. Заебал. Заебал, заебал, заебал. Только еще один пес. Бесит они. Давай, собирай. Собирай, сказал. Так. Так. Собираем все тут у нас. Собираем. Не думаем оставлять ничего. Нам это нужно. И патроны, и тихо. Так, одни наверху. Угу. Так, мы установим пока внизу, что-то как-то. Наверх. В следующий раз. Ну, в следующий раз, вот прям сейчас пойдем уже. На верхушечку.
Отключим это. Так, все, следующая позиция, это у нас наверх. Но мы проверим еще и тут. Ну, тут ничего. Да, Филька любит проверять места, где может что-нибудь добыть. Ну, денежечки. Блин. Блин. Все-таки заметил говно. Сейчас он пойдет сюда, сейчас. Отведаюсь. Ну ты идешь или нет? Так. Он-то сейчас не знает, где я. Так что я спрячусь. Блин, а тут по-тихому так, что не пройти. Огнеметчик сраный. Не любит у нас идти. Да, блядь, ты заебал тут. Иди сюда. Блин, у нас такой все-таки нету способности, а я думал, как Джейсон Броди будет способность. Тифак, блин. О, а такой голос, как будто Джейсон говорит. Дай, давай. Вот тебе еще раз. Сопличка. И пойдем дальше. Блин, а я думал, все-таки способность такая есть, как у Джейсона. Некоторые же были открыты способности. Вот я и подумал. Вдруг он тоже может, как броненосца, убивать сзади. С ножичка. Ух ты же, блин. Опа, обходим, опа, обходим. Не агримся. На. Сколько ты тут заебался? Все. Ладно. Чувак, не агрись. Лови бомбу, ёлки-палки. Готово? Живучий тварь. Ловите коктейль Молотова, но это у них такое. Какой-то вот 100 баллов. Живучий падает. Ладно, еще одну кидаю вам бомбочку ловить. Ты задолбал. Ты будешь так. Так и будешь жить, задолбал. Тебя-то совсем не спрашивали, иди отсюда. Чё ты мне звук такой сдаешь? Ой. Спрячься. Давай вылезай. Я знал, что ты там. А где твоя голова? Еще один? Да не, так не прокатит. Вот так, вот все. Еще как спать? Снайпера, но не будем. Круче огнеметчика. Ладно, полезем. Быстро лазить не умеет, это жалко. Ну, сойдет. Ну, чем тут?
лазить быстро. Так, ни хера. Тварь. Тварь. Лови. Успел кинуть? Не успел. Молоток. Молотов. Ну, это у них так называется, молоток. А у нас молотов. Лазить не могу. Так, значит, не могу, ничего. Тут можно где пройти. Давай. Взрываем. 3, 2, 1. Пуск. Вот так, блин. Вот я факт, понял? Ну понял факт. Чувак, ты застрял. Ты в стеночке застрял. Так. Жалко, я думал, бомбы сейчас работают, и это будет прям супер взрыва, но нет. Вот, все, иди в жопу! Херакс! Так, на. Пойдем проверим, опять вы. Вот я думал, когда я смотрел другие видюхи, как тут играет, да иди ты в жопу! Столбом. Я думал, что это какие-то 90-е, там вот оно, все такое. 90 даже еще прошлое, когда нифига ничего не было. И только были роботы и все такое. Но нет. Так, отключаем. Но нифига. Так. Тут же можно что-то прикупить. Так. Патроны, да, что это я беру, если... Мы же тут уже были, да? Ой, извиняйте, не то кинул. Ладно, ловите! Да, кис-кис. Все учило. Да, учил. Чуем сейчас кранты. Опа, мне не надо. Мне надо, придется тут сидеть. Так, мне надо вот эту вот выключить. Не, слеза. Да что ты мне, что ты ему факт показываешь? Нужно это сломать. Как, блядь? Как стреляет. Угу. Мне придется вот так. Да, идешь, ешь. А я пока тут все пособираю и смотаюсь отсюда. Мне не хочется оставаться с этим долбоебом и все такое. Че, чувак? Ну давайте отключим. Так, патроны мне нужны, я их даже не тратил. Просто сагрил на них дракошку.
Мосик сожрал. Так, теперь все. Все, ничего. Жди. Так. Я никого не вижу. Раз. Так. Придется нам как-то вот тут обходить. Все, что-то делать. Вижу только одно. Так, больше никого не вижу. Так. Нам бы как бы наверх. Блин, ты что там ходить не можешь? Туда вперед иду не его. Так. Опа, успели. Сейчас он сюда придет. Мы его кокнем. Давай, иди. Прикольная игрушка, совсем что-то ты завораживает, что-то я даже... Блядь, ну нет. Только я еще одного увидел. Сколько вас тут нах. Мне главное сейчас сверху очистить территорию. Только как бы мне наверх так собраться. Как бы мне туда забраться бы. Или бы кто мне подсказал бы. Ну не стрелять же в них. Можно же как-то там тихо. Но я не вижу, как наверх забраться. Там же есть еще даже выключатель. Да, все, похуй, уже надоело. Мне это. Пока додумаешься, как туда наверх добраться. Да я же их просто уже угандошил. Че-то мне вот они, блядь, ты кто ж пешки кинул? Долбал кидаться. Кондон. Мне как-то туда забраться надо. Потому что там один гандон меня кидает. Чё ты двигаешься к нему? Сука, ёбаный. Так. Вот это вот меня уже как бы долбал. Да я же ему сейчас. А, все, я понял, как тут забраться. Сейчас он меня получит. Куячей. Иди сюда. Пидрила. Так, выключим, сучку. Так, я пока этого убью. Долбал. Иди в жопу. Чё ещё на меня бежит, а? Тушись. Давай, ну блин, ну убей. Давай. Один, еще один, пока наверху. Сейчас нам придется это все собирать. Чувак, я знаю, что ты меня спалил. И все равно ты бы меня давно спалил. Я просто, чувак, пока собираю киберсердца, денежки, патроны. Что такое?
ему к ней агрессии. Да блин, задолбал вот это вот кидаться. Так, мне надо сейчас наверх. То, что чувак там. Да иду я, иду к тебе. Не плакай только, не плакай. Ну бля, он что, уже внизу? Ты задолбал. Вот так ты за гандон. Давай, открой. Открыл. А, ну да, да, молодец. Так. Вот так мы будем убивать вот тут пока незаметно, чтобы нас не свалили. А то мне опять эта перестрелка, либо просто выключатель. Ну как так немечко этот не нравится. Он сейчас походу сагрит одного там, что... Блядь, где-то... Бросим его тут. Он мне как-то не нравится. Так, ну как-то выключить вон там внизу сирену. Так. Вот так вот. А, это вот этот меня согрел, а я думал, кто ж ты меня так пялил? Алло, чувак, я тут. Я чуть не успел. Все. Все, меня спалил. Заткнись, как я заткнусь? Заткнись. Не молчи. Вот так ты. О, ах ты сверху мне палишь, сука. Ну блядь, ты задолбал. Беги ты в жопу. Так, я сейчас наверх бы вернуться бы, чтобы его убить. Вот он, гаденыш, гаденыш. Режь тебя. Да я совсем даю. Чё он сказал, знаешь, лол? Чувак, умеет говорить. Тут еще и гиперакула есть. Это ж супер
Меновская игра. Да, с нам электрошоком что-то как-то не так интересно. Давайте поменяем. Так вот. Так, тут ничего нельзя взять. А мы сейчас полечимся. И можно будет. Так. Так. А у нас тут хоть воздух бесконечный, это будет круто. Мы же... Все, чувак, я сделал. Что дальше? Парковка сзади запрещена. А с чего тут парковка запрещена? Тык-тык-тык-тык. Сука, сука. Так. Давайте. Идите, я буду вас кокать. Ну. На вам. Блять, чё ж я так промазываю? О. Я же сказал, сдохну. Ты чё, не дохнешь, что ли? Вот так вот. Так. Дохните, дохните, дохните. Не успел добежать. Чувачок, тебе не повезло. Так. Так. Кто следующий идет? ДХ. Да не, опять ты что ли? И чё это мне такая стрелка показывает? А, это что, он огнемечек? Сдохни, сдохни, сдохни. Вот так. Чё, кто же ещё? Да блин, тут долго. Целая куча. А, целая толпа гандонов. Вот и. Давай. И все, у меня остается немножечко, чтобы гандошить этого. Вот так вот. И на тебя еще 8 патрошек, которые я посеял. Сразу же. Ничего, на все. Так, ударить ядерный реактор. Ударим. Еще и этот сдох. Хорошо. Очень хорошо. Так, мне надо вернуть сейчас вот это. На свой пистолет. Секас. What is that shit? Что это за говно? Можно выражаться вот так. Чего мойте руки? Левин ап. Чё у нас тут?
А у нас открылся, ну, новый левин. И новое что-то открывается. Так. Два шпы. Вы поняли? Вы все поняли? Вот что она сказала, тот и мудак. Ну все. Все прощайте. С вами был Филипп. Мы играли Far Cry 3 Blood Dragon. А точнее продолжали. Следующая серия, не знаю, будет ли она сегодня сделана, либо уже завтра. Вот, скорее всего, блядь, чуть не упал. Всем пока, до скорых встреч, играйте хорошие игры и проходите сами Far Cry 3 Blood Dragon. До скорых встреч.